Princess Connector, да, и в 55-й эпизод. В прошлый раз Беден был вообще. Так, что у нас там по изменениям? Во-первых, Касуми я прокачал. В принципе, ей вроде больше ничего и не надо. Потом буду Рэй прокачивать. Ну, я ее могу, если что, прокачать сейчас прям до 21-го. Просто мне не хватит левел A повысить. Поэтому я не трогаю пока что. Когда накуплю бутылки на опыт, тогда можно будет. А так вроде особо ничего не поменялось.私の名前はユースティアナフォンアストライア。ランドセル王家の娘として生まれ、その玉座を継ぐ。наследница престола。私たちは厳しくも優しく、были строгие и добрые。王族として必要な礼儀作法や心構えを教えてくれました。 Ну, для, типа, по моему положению. Среди них, то, что она больше всего запомнила, быть всегда, типа, веселой, доброй, ну, типа, благожелательной. Типа, самое то, что ей запомнилось. Потому что себя так ведет. Например, на параде, будучи представителем, чтобы быть представителем, даже на войне, для поднятия боевого духа солдат. Если бы она сказала, что она была отличницей в школе, слабо верится, но ладно. И поэтому в тот день неожиданно появившийся кайзер, все забрав, все забыли, что я была принцессой, и я не знаю, что не перестала быть вот этой, типа... ну, радостный, благожелательный. Ведь если я это потеряю, то даже несмотря на свое королевское снаряжение, я бы перестала быть собой. Такое было ощущение. И, конечно, в одиночестве я иногда поддавалась отчаянию или голоду. Кяру-чан, Коккоро-чан, и когда я перестала быть одна, обрела дорогих мне людей, их существование, такое слабое мне, моему сердцу, которое могло сломаться, и они согрели меня, как теплая еда. И... Господин, господин. И передо мной я потеряла того, кого любила. В этот момент мое сердце почувствовало утрату. Не, то
Какое у тебя чувство, Химе, принцесса? Когда я еще раз забрал то, что было тебе дорого. Слова Кайзера вторглись в мое сознание. Вид всех был далек из моего поля зрения. Я тоже на самом деле хотел взять меч и пойти вперед. Как-то ответить Кайзеру. Контратаковать. Но больше не могу. Все. Не могу пошевелиться. Не могу больше бороться. Понимаешь, что меня прикрыл тот, кого я люблю, и он из-за этого погиб. И такое я, такое мне, точнее. Нет, слушай, что такое я могу еще сделать? Победа, давай поедим риса. Наверное, просто гохан. Наверное, не риса, просто а как еда, обед. После победы, может быть. Вы сейчас что-то не слышали, Кера-чан? Я ничего не слышала, не говорила. Что это такое? Его тело светится. Да что это за свет? Куроски, ты что-то сделала? Нет. Я ничего. Но... Господин. Его сердцебиение. Этот свет. И этот взлом, это работа Акиры? У нее остался какой-то... Козырь, королева лабиринтов, но перед этим я сотру вас. Нет. Обрушу сил на весь город. Ну, это большая магия разрушения. Типа большая магия разрушения. Та, которая уничтожила поселение эльфов. Если такой выстрелит посередине города со всей силы, то никто не спасется. Тут еще есть граждане, которых мы ищем, а также мои подчиненные. Раджи-раджи. Магия пространства? Прошу прощения. В лучшем случае только сам смогу спастись. Перевести всех невозможно. Двигайся, двигайся, двигайся. Мое тело. Всех его нужно защитить. Я не могу встать. И сейчас не защищу. То навсегда останусь без еды. Ну, типа как. Условия. Мотивейшн себе придала. Пекорина!
Пекарина. Пекорина-сама, муча дес. Это опасно. Без усиления господина. Хочешь стать мясным щитом? От этого не выдержит даже королевское снаряжение на полную мощь. Вы всего лишь все испаритесь. Я не позволю тебе это сделать. Нами? Чё? Форм, что ли, сейчас? Как тепло. А, нет. Видимо, рано еще. Я чувствую. Сила рыцаря. Да, сила. Много силы вливается. Куда сильнее обычного. Восстал из мертвых. Я всего лишь убью тебя снова. Я этого не позволю. Мы убьем всех. Умри. Света. Так, стоп. Вау, тут драться надо. Ха-ха, почти всех персонажей заблочили. Понятно, реально только те, кто на поле сражения стоят. Но я не думаю, что она прям сильная. И все же, какая мощная магия. Сдавайся и впадите в отчаяние, а также на ниц. Ну да, она не то чтобы сильно бьет. Кью это будет на инте выкидывать. Не знаю, что жирная вольна. По крайней мере, первая фаза. О, но физика бьет, отлично. Тогда точно Кьюи будет хватать. Если бы магии била, было бы хуже, и Кари же нет. Инферно-силе.
Да, больше скорость не составит, типа больше считается. Ну ты реально влюблен? Капец, она жирная. Ну барьер дальше даже нету. Ну мне в любом случае лучше команду не собрать. Просто закликивать до смерти, как говорится. Это сюжетный бой. Типа это не часть геймплея даже по факту. Здесь есть эти какие-нибудь ачивки за быстрее убивание. Но ради этого я не буду прокачивать мухотов какой-нибудь. У меня ускоренно стоит класс. Ты бы видел, что творится на плюс 4. Вот это. Вот это бой насмерть, который я хотела. Как весело, Хека. Закрой рот. Это же еще не все, да? Покажи мне ту силу, с помощью которой ты меня загнала в угол. Да. Можешь не напоминать. Это я и собиралась делать. Сила атаки Кайзера еще возросла. А тут реально какой экстра босс от Рифазы, походу. Кстати, по телу мне как-то урон души. Не знаю, может быть, с армором правильнее работает, чем на броне. Кто-то, кстати, умрет скоро. Сюда ты камень и хизабазуке! Куда ты, мамоль?
Отойдите назад, Пекарина сама. Все в порядке. Даже Кайзер уже почти потратил всю свою магию. Мы почти прорвались. На меня смотрят сверху. Вы думаете, сможете черпать божественную силу? У нее осталась еще такая сила. Да, реально, барьер тяжелее пробивался, чем... Правда, не хватит времени. Третья попытка самая результативная. Ну и четвертая я ее добью. Не знаю, что вот это значит. А, это типа, наверное, да, это те команды, которые участвуют в бою, видимо, да? Или что это значит? А, нет, странно тут. Ладно, ничего не понял. Тут есть персонажи... А, нет, реально, версии купальников доступны еще. Лол. Реально, все версии ему доступны, а не только оригинальные. Кроме принцесс. Принцесс нету. С принцессами бы я быстро справился. Мне кажется, что способность вообще процентно снимает. Ау. Их сила выходит за пределы расчета. Усиление от принцесс Найта настолько мощное. Лабиринта подшаманила. Сейчас Пикарина сама. Вперед. Принцесс Страйк. Нормальная награда, кстати. 2000 дали. Нормальная тема. Она успокоилась. А, точнее, она достигла, видимо, наша атака. Не расслабляйся. Мы тоже удивительно, что все еще стоим. Но до самого конца мы не сдадимся. Этот город. А также ради защиты мира. Да, вместе с рыцарем. И правда. Как ужасно. Чувствую на себя настолько плохо, куда уж сильнее. Я
Что-то она говорит про бессмысленность, что-то там пути, усилий, какой-то там новый мир и так далее. Бредит, короче. Хека. Хека. Вы не можете понять, почему. Почему настолько тупые? Этот неправильный мир. Почему не задаете никаких вопросов? Защищать это? Вы рабы, которых гордитесь своими цепями. Я не могу смотреть на вас. У нее все еще стало столько сил. Как и ожидалось от Хейки. Да, но... Че за РБ? Или РВ? Че это? Эта атака, походу, терзает больше Кайзера. Вот как. Из-за всех нанесенных ран, когда она пытается скастовать магию, это бьет по ней. Прекратите! Зачем вы так себя нагружаете? А, Ариал Волд. Почему тогда? Ну окей, я понял, ты по-русски пишешь англицизмом. Странная херня, ну ладно. Не думаю, что именно Ариал. Просто она хочет мир сделать нормальным этот. Хотя, может быть, и в Реал, конечно. Правда, зачем так? Она же, типа, была... Типа, хотела создать этот мир. Зачем ей Реал тогда? Какая же ты непонятливая, Кяру. Я же уже сколько раз повторила. Все ради моего желания. Чтобы... Этот мир наконец-таки заметил. Хека? Это... Правда? Кокоро-чан? Коросуке? Кайзер Инсайт. Синсекай нару моно о кизуку кото га моттомо дайджи на негай да то ю нара. Аната ва... Если ваше желание, правда, достичь нового мира, то вы... Почему вы... забрали место Пикарины? Возможно, такой ребенок, как ты не поймешь. Но получив королевское положение, я получила много власти. И всю казну. Разведку. А также солдат, которые исполняли приказы как рабы. Все это было нужно для исполнения моего желания. Ах ты. И правда. Как вы говорите, сидя на троне, можно получить много привилегий. Но в то же время, будучи неизвестным, чего? Чё-то не понял. Хай,
ね。Да, так. 確かにお父様もお母様も。Правда, мама и папа. いつも何かと忙しそうでした。Постоянно были заняты. であれば。А значит. これは。Это. おかしなことなのです。Странно. 叶えなくてはならない願いを差し置き。Чтобы достичь невыполнимого желания. することになってしまうのですから。Делать такие обходные пути. Возможно, сейчас не стоит спрашивать, но мое желание направлять господина и помогать ему, а также вместе продолжать путь с ним. その願いがどれほど切実かつ大事なものか改めて自覚しました。Из-за недавнего события с господином я вновь поняла, насколько важно для меня это. Кайзер Инсайт, あなたもまた切実で大事な願いを抱えていること。И тебя поддержит какая-то важная мечта. 想像が及びます。ですが。И сейчас я даже могу представить это, но... Кунио сверу кото де эрареру зайсан мо, кенлёк мо, ниндэн мо. Аната ва хицьёу ни сите надо, инай ёу ни омоэте шиката най но дес. Все эти привилегии королевские были не особо-то тебе нужны. Кенни аната ва оногами хитоцу де. 私たちをまとめて相手取ろうとしたではありませんか。ですか。私は疑問に思ったのです。И поэтому у меня есть вопрос. 黙れ。Заткнись. カイザーインサイトが、ペコリーヌ様のご身分を奪ったのは、забрав место Пекарины, 何か他に理由があったのではないか。Вы получили что-то еще? 例えば、например,黙りなさい。Заткнись. Например. Может быть. Может быть. お姫様になってみたかったんですか？Ты хотела стать принцессой? Что за глупость ты говоришь? Такое глупое детское желание у меня. А, точно. Наконец-таки все соединилось. Нет. Точнее, мои неясные воспоминания вернулись. Мана. Мана. Има но Пекорину но котоба ва атаразу мо токаразу дешо. Что? Мана. Има но Пекорину но котоба ва атаразу мо токаразу дешо. Не понимаю вторую половину. Ча, яппари охиме-сама ни? Так значит, что принцесса? Нет, я... Тебе это интересовало. Постоянно говорила тебе... Ты завидуешь? А, да, и правда. А также... Будто бы вела себя злая госпожа. Я не понимала немножко, что происходит. Именно. И также было то, что она уже не соответствует тому возрасту, чтобы отправляться в веселые путешествия. Мана. Приключения. Мана, ты собрала семь корон, сделала остроум. Потому что хотела путешествия волнующего. Хотела...
что-то типа, ну, принца, который будет защищать тебя. Чтобы тебя кто-то любил. Быть такой принцессой. Не так ли? Возможно, такая глупая и наивная мечта была когда-то. Но... И что с этого? Ну какое это отношение имеет сейчас, когда мы типа тут убиваем друг друга? Да, ты права. Какие бы ни были обстоятельства, сейчас не время милосердия и жалости. Я наконец-то поняла, почему тут была такая скучающая. Потому что если бы Потому что если бы ты желала на самом деле быть принцессой, то быть моей заместительницей было бы недостаточно. Но даже все равно это, я обязана тебя победить. Все уже на грани. Я байдесу. Но... У кайзера нет союзников. Нету лекаря. Ну, типа, нет возможности вылечиться. У нас есть возможность победить. Но это мы еще посмотрим. Союзник, который может мне помочь. На самом деле все еще есть. Не так ли? Киару. Киару. Ну, я знал, что она скажет, назовет ее. Ну, посмотрим, что там. У нее с план. Но это было немного неожиданно. Кайзер — это просто девочка, которая хотела быть принцессой в детстве. Легендарная мотивация. Но на самом деле даже что-то интересное, потому что необычное и даже в духе произведения. Я знаю, кстати, почему-то я изначально думал, что Кайзер — это мужик. Потом мне вроде сказали, что все-таки женщина. Но я так... до конца я так и не понял. Типа, в реальном мире Кайзер — это кто? Ну, в любом случае, даже не важно, женщина это или мужчина. В любом случае, она уже взрослая. Как, типа, не время детским мечтам уже. Видимо, у нее такой комплекс сформировался. Ну что ж, также мы в этот раз побили самого Кайзера. Нет, Юки не свабился, он просто мужик и все, переодевшийся. А Кайзер здесь настоящая женщина. Большая разница. Вот. Бой реально был. Ну, конечно, он был совсем простенький, типа тебя ничего. Ну, то есть. Сложность в ограничении командой. На самом деле, учитывая мои уровни, я даже удивлен, что пришлось так повозиться. Типа, столько попыток. То есть плотность, как реально, у экстра боссов практически. Ну, у меня, конечно, не совсем идеальная команда, но по сути. Были нормальные дамагеры, как бы. Ну. Муимика, Кристина, да, это не самые плохие. А
Она реально прям танчила. Еще и минус армор был, типа, ну, то какой-никакой. Хоть она там уровня не, доста... не, не того, но все же там 120-й какой-то там. Не такой уж и низкий. Во-первых, она не получала бафов. Это раз. Во-вторых, опять же, здесь она точно женщина, в реальном мире, возможно, тоже женщина. Типа, почему нет? А, ты про это вот. Ой, просто забудь об этом, это кринж. Реально кринж. Благо, в сюжете он не участвует вообще никак. По крайней мере, пока что, так что похер вообще. Это просто для определенной аудитории перс. Ни больше, ни меньше. Ладно, все тогда. Конец записи.